мы уже едем, ищем свой номер, где мы сняли номер. Я так понимаю, что мы где-то уже на подъезде, да, я увидела эту улицу, с которой со стороны нам сказали заезжать. Какую? А вот тут было написано Яворницкого или как-то? Ярославского. Ярославского. Два. Нам какую там написано? Нам 19. Там как-то во двор, да? Не знаю, зайка, сейчас найдем. Хорошо. Тебя был коренным харьковчанином, я бы тебе уже сказал. О, здесь вот смотрите, кондитерский магазин. А-а-а. Нам сюда с девочками надо к чаю что-нибудь купить. Так, ну мы в любом случае пойдем прогуляемся по Харькову. Сейчас сумки выложим, оставим. Попьем чаек, наверное. Опять перекусим. Как-то во двор надо заезжать, было написано. Это оно? Не знаю, это не оно. Вот это 28-19, наверное, оно, да? Точно? Ну посмотри, что я там говорила. Ну 19. Да, ну, так это 19D. Сейчас я наберу, ладно, сейчас. Вот нужно здесь поставить, нужно там, вот где вот это ваше? Да. Вот нужно вот так, поставьте возле белой. Ставь возле белой, а Катя пусть заезжает. Или ты заезжай, а Катя пусть ставит. Как удобно. Приехали. Где-то на Зане. Пошли посмотрим номер, потом заберем вещи, а? Или сейчас? Ты закрыл машину? Да. Сынок, я пока. Все, это самое главное. Без этого никуда. Да. Стой, Артурчик. Стой. Вот уже главный заселитель наш идет. Маша уснула? Да. А. Бедная, она устала. Находилась, утомили. У меня голова болит, сейчас я посплю. Правильно. Хотя у кого-то на фигне, у кого-то более серое. Не помню, какой. Но две же вышли, она таких серого. Сейчас. Ой, серого. Один вот я вам сейчас вот этот, а другой в том конце. Один чуть дешевле, один чуть дешевле. Да, я помню. Там и там есть кровати, но просто это чуть побольше. А какой из них 850 стоит? Проходи жизнь. Они не знают. Вот это, наверное, наш серенький. Да, я же сказал. Ой, не надо только с ногами. Сынок, пошли. Диван раскладывается, ага. Если надо. Давай. Вот здесь вот приподнимаете. Ага. И поднимаете. Второй комплект белья. Ага. Полотенце там висят. 4. Тапочки. Ну, давайте 4. Еще посмотрим. А это точно ваш номер? Вы пошлите посмотрим. Да, на я же говорю. По 14. Пошли. Дайте вот ключ. Подожди, свет еще не горит. А свет не горит, да? Дослушай. Давайте, давайте дослушаем. Здесь бар, это цены. Угу. Всю кухню здесь найдете. Пароль от Wi-Fi вот там на табличке наверху. Угу. То, что ниже написано, мы сейчас не делаем. Угу. Комплект белья дополнительный там, угу. Подушки в тумбочке, одеяло за зеркалом. Ага, все, хорошо. Все, идем. Так, а пошлите еще тут номер, посмотрим. Может, мы что? Может, вы не возьмете. Мне кажется, это не мой номер вот этот. У меня был там чуть-чуть по-другому стол. Тут типа как мини-кухня, а у меня там был такой, да? Есть скриншот чисто... Там же. Сейчас посмотрим. Так, обзорчик нашего номера.
за номер мы заплатили 800 гривен. Саша уже идет в магазин. Так, смотрите, вот такой вот шкафчик. Я уже уставшая. Уставшая, но довольная. Вот, смотрите. Вот такой вот зеркальный шкафчик. Здесь мы открываем шкафчик. Здесь я уже положила рюкзак и вещи. В тапочки это входит. Все в стоимость. Такое, тут даже стиральная машинка. Артура уже разбула. Микроволновочка есть. Все чистенько. Здесь что? А здесь у нас полотенце. Тут подушки и одеяло запасные, нам сказали. Как тут еще включить свет? Не пойму. Артур уже смотрит видео наше. Так, здесь еще есть мини-бар, но мини-бар все платное. Даже презервативы. Жвачка. Шоколадки. Фанточка. И там какие-то снеки. Морозилки. Ничего. Кому интересно, вот цены на мини-бар. Можно, хочется холодненькой фанточки. Так, вот, дальше идем. Вот такой вот диванчик, он раскладывается. Артур, конечно же, уже быстренько нашел планшет. Здесь вот кушать. Телевизор и мини-кухня. Это уже Саша поставил пауэрбанк на зарядку, чайник, печка. Здесь все необходимые, видите, принадлежности. Даже сказала, есть кастрюлька. Сварить можно Артуру кашку вечером. С котлеткой. Я взяла котлету с собой, чтобы не готовить ему. Ну и Артуру я не люблю покупать. Здесь мусорное ведро. Покупать в кафе я Артуру предпочитаю свою еду. Это нам можно. Артуру вот свою. Посмотрите, даже есть бокальчики, посуда, полотенечко, моющее. И здесь еще... А здесь ничего, здесь просто вытяжка. Вот такой вот. А еще нам принесли вот чай. Чай и мак-кофе. Два пакетика на утро. Штрафы. Правила проживания. Сейчас, сыночки, эти тапочки я обую. Залазь на диван, залазь, Марыка. Вот такой вот диванчик. А Артуру, знаете, что тут понравилось? Что здесь транспорт ездит. Да? Красота. Красота-то какая. На проезжую часть. Смотрите, как красиво. Ну, это Артур уже отодвигает вообще. Как красиво шторки. Такая большая ложа. Там есть светильник, есть розетка. Это очень хорошо. Я вот только не пойму, где вот этот вот свет включается. Может, вот это? Точно, смотрите. А здесь тоже вот еще, смотрите, даже камин есть. И он включается. Ну, я думаю, мы не будем его включать. И нам даже живые цветы. Боже, как мило. Представляете, живые цветы. Это редкость для гостиниц на самом-то деле. А это что-то... А, это пульт от камина. Так, а тут какие-то книжки. И вот тоже какие-то блюда они могут делать. Лицо все красное. Сейчас я пойду в душ. Саша пошел в магазин, сейчас он придет. Я пойду быстренько в душ и будем что-то думать или кушать, готовить, или идти будем куда-то. Мне кажется, очень приличный номер. Тем более за сутки мы 800 гривен заплатили. Смотрите, какой котик. И покажу вам же туалет. Так. Такая ванна. Ванна даже джакузи, сказали. Которая рабочая. Какое зеркало шикарное, смотрите. Все рабочее, сказали. Все аккуратненько. Полотенечко есть.
все чистенько. Смотрите, тут фен есть. Все сказали есть. Вот даже какие-то моющие принадлежности. Это шампунь. А это гель. Ну и мыло. Еще тут. Ой, тут что-то потекло. Мы ничего туда ложить не будем. Так как мы заехали всего на одни сутки. Потому что мы хотим погулять по Харькову, посмотреть. Еще хотим в другой парк поехать. Вот смотрите, какое большое зеркало. Не знаю, мне нравится. Все довольно-таки чисто. Шторки. Ну, единственное, что вот это вот я увидела, это, ну, здесь меня не смущает. Я туда ничего ложить не буду. Вот так, смотрите, все чисто, аккуратно. Все лицо красное. Устала, утомилась. Даже полотенцесушитель подогревается, чтобы быстро высохли полотенчика. А, и вон и туалетная бумага есть. Отлично. Так, я пошла переодевать ребенка. Артурчик, что ты лезешь? Ты хочешь сесть сюда? Садись. Сейчас я немного тоже подзаряжу телефон. Садись, за. Давай, давай, садись. Ты хочешь сесть? Залазь. Давай. Я подержу. Давай, давай. Мостится, моська. Оп. Молодец. Получилось, да? Ой, сын. Не, садись на этом, чтобы подальше от телевизора. Что? Хочешь на другом? Сейчас, Артур, пока все. Так, все, я пошла в душ. Смотрите, даже в номере книга Харькова. Наверное, чтобы посмотреть достопримечательности, какие интересные. И еще есть вот план города. И журнал Брокарт. В общем, не, ну молодцы, действительно, смотрите, позаботились, что посмотрели, какие есть достопримечательности, кто приезжие. Цветочки это вообще немножко там уже подвяли есть, но молодцы вообще. Приятно, когда живые цветы стоят. Так, я немного подустала. Я только разложила все... Как так? Не могу себя в зеркале снимать. Я только разложила. Артур, он облюбовал окно. Ему очень нравится, что там ездят машины. А еще эти трамваи. В общем, Артуру понравилось. Да. Саша уже сбегал мои вещи. Уже приготовила Артуру сменную одежду. Саша уже сбегал в магазин, уже разделся, уже взял себе пивко. Я Артуру пытаюсь давать сырник и бутерброд. Артур? Он не хочет. Он не хочет, но захочет. Давай. А Саша уже... А я ем вон банан, раздавился, жалко, надо его съесть. А Саша пивко уже и играет. Во что ты играешь? Выиграл. Устал. Молодец, вез нас, довез, погулял еще. Артур уже смотрит наше видео. Артур, кстати, ему очень нравится, он любит смотреть, да, Саша, наше видео, что мы снимаем. О, фух. А как, легко магазин нашел? Быстро, рядышком? 2 минуты. Да, 2 минутки. А что там, АТБ? Маленький магазинчик. Просто маленький магазинчик, да? Понятно. Такой, ну скажу, что прям сильно маленький, но все есть. Телевизор, ну смотрите, лампы. Не, очень, скажи, хороший номер вообще. Mm. Очень все аккуратно, чисто. Вообще... Лучше даже, чем на море. Да, получше, чем на море, это точно. И дешевле, что самое интересное. Дешевле, чем на море. Ну тут моря нет, ну, поэтому такая цена. Помните наш номер, где мы были? В Осокорах. Так он сколько, я не помню, сколько, 1400, мы, по-моему, за него заплатили. Так это небо и земля. А за этот 800 гривен.
Если кому интересно, пишите, я дам контакты. Устанавливаться можно, стоит здесь прям в центре города. Да, недалеко, да, прям. Мы быстро, кстати, сюда мы быстро нашли дорогу. Мы и туда быстро нашли. Ну, чуть-чуть просто, заблукали. Что этот заезд оказался на ремонте, да. Оказался на ремонте, и нам пришлось немного поблукать, пока мы нашли парк. Да, сынок, там дорога. Иду в гости. Покупалась так хорошо. Почувствовала себя заново родившимся человеком. Тук-тук. Это хоть ваш номер? Да. Короче, мы будем все-таки домой заказывать. Я вам так и говорила. Погнали. А включите свет, мне темно тут у вас дышать. Что тут это? У нас вообще сложно дышать, потому мед. Что проветривается номер. В смысле, не проветривается? Да, включите светло, светло мне. Светло, светло, темно. Евгений, я снимаю. Да. Что у вас тут? Такая же печка, как и у нас. Что у вас интересного? Ничего. А это ваше вот это все или нет? Да. Или это вы выставили? Наши кексики, хоть хотите, кушать. Нет. Нет, так я смотрю, у вас тут прям соль. А это вы с холодильника выставили, что было в мини-баре, да? Ага. Все, у нас больше уроны. Что, убегай? Нет. А Саша, Артур, нет, Саша, не знаю. Саша, там хоть бы булку села. Слышите, у вас такой чай красивый, красный. Да. Это из дому? Да. А. Слышите, у вас тут вообще нормально. Что вам тут не нравится? Да, я видела, у нас даже большой фильм. Фен, фильм, говорю. Тут ничего нет, да? Хороший номер такой. Тоже. Ну и не говори, мне мой нравится больше. А куда ты марафетишься? Я поставлю потное лицо. Вот это хоть. Смотрите, вообще можно релакснуть. На двух стульчиках сели, бокальчик винишка. Вообще огонь. А потом бухлишка. Так, винишка это и есть бухлишка. Не, я потом говорю, что потом мы бухлишка. А ее видно? Да. Ну, у вас много, у вас даже много ящиков. А ну, дайте я посмотрю, что у вас видно в окошке. А где тут? А где тут? А, точно, вот же мы так заезжали. Вот же ж заезд. Я готова. Да. Зато я не готов. Так а что ты лежишь в трусах? Мам. Забудете дверь на пароль, забудете пароль, потом не зайдете. У них тут даже он. Везде рамочки. Не, ну, ну сделали уютно, да? Вот везде там, там цветочки поставили. Тут тоже. Да, абсолютно нормально. А, это не бот. Так, все, я пошла одеваться. Слышишь, я опять, я зашла узнать название и так и не спросила, как называется это название? Что? Ну, название, где мы суши закажем. Сакура суши. Такой мини-отельчик. Ремонт идет там на лесенках. Что? Пошла я одеваться и своих одевать. Здравствуйте. Мне наш номер нравится. Каждому свое. Им свое, нам свое, да. Нам вообще отлично, Артур смотрит в окно. Смотрите, мы даже с собой взяли, если помните, мы заказывали духи на разлив, которые копия, оригинальные копии. Не знаю, мне очень зашли. Это мой, это Сашин. Уго босс. И очень, кстати, стойкий и хорошо держится. Ой, мы же... Я привык к ним, что я их не услышу. Ну ты не слышишь просто. Мы собираемся, пойдем прогуляемся где-нибудь. Сейчас что-нибудь себе сделаю.